Далее такое специфическое масло, как джатьяди тайла. Конечно же, основное показание – это лечение ран. Понятно, что к нам не приходят люди с острыми ранами, поэтому, конечно, его назначение, ну, специфично в нашем случае, не часто это прибегается. Но если эти раны не заживающие, долго не заживает, там порез или язва, неважно какая она, джатьяди тайла используется для лечения ран.